И всем привет, дорогие друзья, с вами Лис на канале Fox and Games Flash Comics. Мы продолжаем играть в Билли, я вижу резинку. Вот. Так, где что надо? Слушай, мне лень, отвали. Так, а у нас сейчас уроки начнутся, 9 часов. Нет. По сути, я уже знаю, где урок, тупо потому что, когда я начал записывать, у меня в какой-то момент вырубился микрофон, и я решил тупо записать с самого начала, чтобы, нет, там 30 секунд музыка не забивать. А еще надо звук от игры, по-моему, сделать погромче, да? Итак, можем начинать? Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Заморозочка. Изи гейм. А! Блин, жаль не уводс. Да блин. Кажется, сегодня у тебя трудности. Не беспокойся, это пройдет. Блин. Я надо же было так затупить. Ладненько, пошли, у нас два квеста. Это список персонажей, Хатрих против Гловера и Уэдна на посылках. Блин, что ты творишь? Ага, здорово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Катуйте. Да, я хотел в конечном итоге тупо вот спрыгнуть. Но система мне этого почему-то не хочет давать. Еще разочек. Опа! Эй, получилось. Так, давайте в столовку сходим. Нас к этой как раз отправляли. Да, слышь, шкет, отойди. Уэтна на посылках. Давайте начнем. О, ужас какой стоячий. Класс. Да заткнись ты. От этого вкус только лучше. Хочешь попробовать? Ага. Ну давай, добавь сюда что. Я так нервничаю, вдруг у меня не получится. Привыкай, пацан, ты ж мужик. Отсюда будет легче, приятель. И кстати, что тебе надо? Ничего, меня главный послал. Неужели? А-а-а. Тебе надо сходить в город и привезти мне мясо и еще кое-чего. А не то мне опять придется бросить кастрюлю, очередную кошку, мисс Филлипс. Окей. Посмотрим. Мне нужно мясо из лавки ням-ням, и еще бритвы из парикмахерских, чтобы усы сбрить. И еще вот что. Несколько пар трусов из поношу нужно, а то у меня всего одни, и я их ношу с того семестра. На, вперед, возьми мой велик. Это вон то достижение инженерной мысли около школьных ворот. Да уж, она мерзкая. Я бы точно не стал лезть в такой столовке. Так. Интересно, я успею до уроков? Давай, листов. А, уже уроки. Зашибись. А нам в город надо. По заданию этой папки. Ну чё, поехали? Так, крутить педали. А, ну это мало чем отличается от GTA в этом плане. Да блин, только мышка меня немного напрягает. А то чуть-чуть повернешь, получается уже вот такой
при этом он пытается ее вернуть назад. Бесит. Так. Здесь. Ага. Чё тут у нас? Ах, да, вот сегодня мясо строг истекает. Когда? Что у нас тут? Парикмахерская. И осталась последняя хрень, это трусы для бабки. О, нам сейчас за прогулы влепят, если мент увидит. А вот и трусы поношенные. Ну давай, поехали. Так, чтобы быстрее вернуться в школу, найдите остановку. А, автобус у нас. Остановку. Да ладно, я на велике типа не быстро приеду тут до школы-то. Боюсь, пока я найду остановку, я уже 100 раз вернусь. Навернется? Арик, нет, не навернулся. Интересно, у нас какой сейчас урок-то идет? А он еще и на улице проходит. Изранилась какая-нибудь? Уф, им лучше поторопиться, проверь, сказал, что полностью истекает срок годности. Чеш, в Болварте разборчиков едоков нет. Этого хватит на месяц. Плюс 15 бачей. Гуд. Так, теперь нам надо попасть на урок. Отвали, пожалуйста. Вот тебя за яйца схвачу. Давай, до свидания. Так, куда? Вниз? А, раздевалку, окей. Ладно, Хелики, в ближайшее время мы с вами будем играть в вышибалы. Вышибалы. Обожаю слушать хныканье мальчишек по утрам. Как и в жизни, в этой игре выживает сильнейшее. Ну же, лотери, хотя бы прикиньте живые. Ладно, Хопкинс, ты в команде доходяк. Мальчики, мне нужно, чтобы вы выложились. Так. Как играть? Попадайте. Так, бросок. Так, пас, поймать, увернуться, переключить, да? Все, окей. А все, я понял. Минус один. А. Класс, у меня вылетела игра. Итак, друзья, это уже какая-то попытка перезаписи, потому что каждый раз... Иди в жопу. Каждый раз, когда... я пытался либо поиграть в вышибалы, либо после вышибалы буквально пару секунд проходит, и оно вылетает нахер. Сейчас пробуем в очередной раз, посмотрим. Так, управление я знаю. Вот, кстати, я сдал ИЗО. Да я понял, отвали. А, слишком далеко мяч улетел. Я ж уворачивался. Вот так вот.
троих сходу размотал. Так, дубль. Отдай мячик, падла. Лови в жопу. Отдай, кому говорю. Лови сходу. Оп. А, Лен. А. Теперь мячик долго будет летать. Да. Ну давай, давай, быстрей. А, прям под мячик попал. Ладно, счет 1-1 сойдет. Третий раунд, финал. Отжимаем мячик и сразу бросаем. Ончик. А. А, да ладно. Ну я ж нажимал. Алло. Долбанный дрищ. Ну ладно, у нас хотя бы один урок не завален. Это радует. Так, мы сейчас пойдем в библиотеку. У нас там квест есть. Точнее, около библиотеки, насколько я понял. Едем, едем, где едем? Нет, я тебе не помогу. Опа. А вот и квест. Список персонажей. Сволочи, говорили. Что случилось, Мелвин? А, привет. Представляешь, какие-то козлы посмели украсть список персонажей моей игры «Гроты и Гремлины» и не отдают ни в какую. А сегодня он вечером у нас играет, это просто возмутительно. Гроты и Гремлины? Ну ты даешь. Даю? Да я просто сам несу. Ролевые игры — высшее достижение человечества. Вообще-то, если я готов отдать мешок монет тому благородному рыцарю, что спасет эти драгоценные записи? Ты готов к этому подвигу? Сколько? 10 монет. Чего? В смысле, 10 баксов. Подожди здесь. И сможешь разлиться с моими простолюдинами? Круто. Да. Немного додик мне попался, да? А ну стой. Стой, кому говорю. Стой, блин. Убежал. Вот и первый лист. Мне так за каждым бегать придется. Чё надо, мужик? Не видишь, я по делу еду. Так. Я надеюсь, он тут, да? Ну да. Так, сюда. Пика. Следующий. О, пощечины. Отлично, минус еще одна проблема. Так, следующий. Где он? Ага. Один около
как его там, общает ли другой прям тут. Кстати, как я их не заметил. Опа. Здорово, урода. Так, у тебя есть кое-что, что принадлежит Мэтт. Мелвин, быстро верни. Ладно, я отдам, если ты победишь моего друга в игре. Он бьет тебе по яйцам, потом ты бьешь его по яйцам, пока один не сдастся. Выиграешь, отдадим бумажку. Проиграешь, она наша. Это же глупо. Может, но я первый. Оу. Ладно, ты победил, сдаюсь, сваливаем оцель. Слышь? А ну стой, урод. На нахер. На нахер. И тебе. Так, к вам у меня проблем нет. Успокойся. Так, и в общагу остался ездить. А, вот и срезка. Ой, ну... Магии не бывает, придурок. Смотри, бывает. Камень. И камень. И еще один. Ой. Так. Все, забираем. Отлично. Список персонажей Лик собран. Время записи где-то минут 17-16 прошло, так как мне каждый раз приходилось останавливать записи, иначе память компа. Вы принесли мои бесценные документы. Благодарю вас, сэр. Вы само благородство. Просто отдай деньги малым. Ты их сработал. И не забудь о девицах. Еще 10 бачей. Опять. Просто опять. Так, давайте быстренько найдем, где сохраниться. Еще у нас какая-то аж появилась, да? Что это за аж? Скромная помощь 2. Но можем помочь только. Давай сохранюсь для начала. Пожалуйста. Без сохранения я не готов помогать никому больше. А то сейчас как опять все вылетит, знаете. Опа. Так. Сохраниться. Готово. А, кстати, надо петарды сделать, а то я про них забыл совсем, у меня петард нету. Хватит. Петарды есть. А, слышь, шкет. Так, я сваливаю. Почему я иду помогать вот по скромной помощи? Это тупо потому, что она отмечена. Да что такое-то? Да чего вы от меня хотите? Помогите кто-нибудь. Народ. Ну извините, мужики, сейчас я уйду. Сорян. Так, давай посмотрим, что у нас. Бомжу, что ли, идти? Пошли. Скромная помощь 2. Пойдет, готов к уроку. А, урок. Хорошо, что не забыла по мне. Так, нажать, зажать. Нажать, зажать. Нажать, зажать. Все, что ли? Еще будет? Ты меня в прошлый раз, по-моему, двум приемом научил, не? Или тоже одному? А, два приема, это физре было. Окей. Так, мы изучили пассичечку. Это ж хорошо. Так, и у нас два квеста еще. Дневник и мелкие обидки. Давайте займемся дневником, потому что он, как я понял, у нас где-то тут, а вот мелкие обидки у нас за территорией города.
Дневник. Время 11 минут. Эй, Беатрис, что случилось? Две вещи. Во-первых, у меня простуд на губах обострилась. Че? О, гадость. Во-вторых, мистер Хартрик увидел, как я пишу в личном дневнике на уроке, отобрал его и запер у себя в столе. Он сказал, что завтра отдаст его директору. Если кто-нибудь его прочитает, я просто умру. Это же ли очень лично. Ага, хуже нет, чем когда школа узнает все твои страшные тайны. Вся детская жизнь мелькает перед глазами. Тебе самому это предстоит знать. Мне? Не мне, Клео. Я много писал про нас с тобой. Стоп. Че еще за мы с тобой? Ну, как же, смотри. Сперва ты отнял мой отчет у Мэнди. Потом ты влюбился в меня, дарил цветы, писал стихи и раскрыл свою милую, чувственную натуру, о которой скоро узнает весь мир. Наша любовь обречена. Хватит. Ладно, я верну твой дневник. И мы поцелуемся. Когда язвочки зарубятся, они уже не заразны. Да. Дай бы тебе по ушам. За такую подставу. Ладненько. Так, нам показывают куда-то с той стороны. Давайте посмотрим. Угу. Да. И сюда. И сюда. Это чё? Ух ты. Мы не палимся. Нас тут нету. Так, кабинет математики. Заперто. Посмотри в комнате персонала. Так, ладненько. А где этот там говнюк? Блин, говнюк сюда идет. Придется подождать. Опыт там стоит. Окей. Кабинет персонала. Вот. Это новенький Джимми, он такой плохой. Плохие зубы, плохие волосы, он плохо пахнет и плохо ко всем относится. Все-таки есть в нем что-то такое привлекательное. Я рассказала Батле о своих чувствах, но он не особо обрадовался. Это очень грустно, ведь Батли замечательный друг. Не хотелось бы думать, что в его жизни что-то не так. Я так и знала. Сегодня проходил мимо, и он на меня посмотрел. Он свободный радикал. Как бы мне хотелось соединиться с его электронами. О, после всех этих мыслей даже органическая химия вызывает у меня мурашки. Да. Жуть, короче. Так... Аккуратненько выматываемся отсюда через заднюю дверь. Так, ты меня не видел, чувак. Какое незаконное проникновение? Ничего не знаю. Меня вообще в школе не было. Ах, вот ты где. Ну что, удалось? Да, и я не читал его. Почти. О. Так у нее же... Мне страшно. Так что я просто Извини, мужик. Я просто это... Давайте опустим подробности. Бедный Билли. Так, серия идет уже 16 минут, в общей сложности это выйдет где-то 25-26 минут, мы поэтому сейчас
ляжем спать. Крысы бегают. Вот, мы ложимся спать. У нас звонит будильник. И мы сохраняемся. Да, перезаписать. Все, игра пройдена уже на 7%, хоть что-то. Ну что ж, дорогие друзья, на этом серия заканчивается. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.